Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу об очень эффективном средстве для похудения. Основой этого средства будет у нас кефир 1%, жиросжигающий кефир. Как приготовить это чудо-средство? Для этого нам понадобится стакан 1% кефира, красный молотый перец, молотая корица и корень имбиря. Берем корень имбиря и натираем его на терке. На стакан кефира нам понадобится 1 чайная ложка имбиря тертого. Пол ложки корицы. И пол ложки красного молотого перца. Все эти ингредиенты мы тщательно перемешиваем. Можно взбить в блендере. Размешается лучше намного. Вот, и всю эту приготовленную смесь за место ужина выпиваем. Периодически, если сразу тяжело выпить, чтобы не оседало все внизу, нужно взбалтывать. Присутствует небольшое жжение от красного перца и от имбиря. Вот так. Если в течение месяца за место ужина вы будете выпивать вот такой стаканчик, я вам гарантирую, что за месяц вы потеряете 5-6 килограмм. Пробуйте. Рассказывайте своим друзьям, знакомым. Всем здоровья, стройной фигуры. Всем пока.